Добрый день, меня зовут Грейс Аллен. Я вообще-то твоя мама. Не могла бы ты хоть изредка мне позванивать? Короче, мы с Кевином сейчас вылетаем в Колумбию. Не забудь в понедельник заехать за нами в аэропорт. И чтобы никаких там вечеринок, пока нас нет. Ну что ты, конечно. О, черт. Привет, это Грейс Аллен. Оставьте сообщение. Мам, вы где там, а? Посольство, слушаю. Помогите, пожалуйста, у меня пропала мама. Вы можете хоть что-нибудь сделать? Мы не имеем права вести розыск в чужой стране. Я все равно найду мою маму. Здравствуйте, что вы хотели? Мне нужно найти человека. Вы должны будете съездить в гостиницу и попросить записи с камеры наблюдения. Ты влезла в почту Кевина? Тут его называют Дарреном. Вы скрыли от меня, что мама встречается с мошенником? Есть вопросы насчет вашей матери. Она пользовалась вымышленными именами? Что? Наша сегодняшняя история крайне странная и запутанная. Я даже не подозревала. Они ведут себя так, будто мама преступница! Есть множество неувязок. Родители тоже иногда могут совершать ошибки. Привет, маленькая. Нам с тобой надо будет серьезно поговорить. Господи, кто-то к дому подходит. Пропавшая без вести. Скоро в кино.